Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики. Сегодня я ставлю надставку вторую пчелам семье Бакфаст. Как и обещал, вчера я смотрел их, уже меда полно. Сегодня будем ставить вторую надставку. Надставка у нас необычная, а под сотовый мед. Делал я вот такие вот рамочки. Это в рамку вставленные. Три секции. Рамка зрек сбита, сантиметровых такая. Это тоже такая самая вторая. А вот эти я делал с отходом. Пилил, короче, рейки. Толстоватая была, брус толстоватый, и снимал до сантиметра, и вот такие тоненькие поставались по 4, по 3 миллиметра. Я их вот придумал, сбил такие рамочки небольшие, и шурупом сверху прикрутил к планке на 470 миллиметров планка, как в обычной рамке, и с прикрученные шурупами, они по высоте получаются, и по ширине нормально. Вот это я все это поставлю под сотовый мед. Раз, рамка, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Это 33 у нас будут такие вот секции. Полностью запечатана одна секция. Это важит где-то килограмм. Потому что она ширины 37 миллиметров. Ну, а эти немного поменьше. Грамм где-то по 600, по 700, по 500. Смотря сколько меда наложит. Здесь у меня большинство... Получается, что строить надо. Это позасахаронный мед с того хода ставь. Пустят на переработку, как раз вощину будут строить. Здесь большинство вощинок у нас. Таких вот недостроенных. Сейчас уже пошло хорошо воское выделение, то думаю, им не помешая эта надставка. Да и уже и места нема куда носить. Гнездо будет тоже. О, гнездо будет залито и. И надставка уже залитая тоже. Сейчас куда потолочину положить надо. Потолочину буду на алюминиевый лист ложить. Да, им воскотопку солнечную прикрываю. Вон стоит она. Получается, вот воскотопка у нас солнечная. Вчера подконопатил щель у ней, сегодня уберу, уже растопилась там старая сушь, да буду ложить туда на перетопку обрези разные. Лед у пчел сильный, сейчас здесь 16 рамок в гнезде, добавлю еще 2 вощины, будет всех 18. Это у нас бакфасты, более-менее спокойные, вот и дыма почти не давал, и они сидят свои местные, уже бруки отгрызли, хотя стараюсь из местных вывести, что получше, большинство спокойные, только пару семей такие злобливые, остальные у меня хорошие пчелы тоже, не сильно, чтоб такие жутковатые были. Эту надставку мы поднимем наверх, а под сотовый мед поставим в разрез, так как уже здесь почти печатанное, думаю, еще недельку и полностью запечатает сверху донизу. Вот скот идет, уже у них выделяется на потолочных. Начали лепить.
Вчера я снимал ролик, что здесь творится. Уже мед буквально весь печатанный. Думаю, вот разрез поставим недельку, они дольют его уже. Вернее, допечатают. А может даже и быстрее, то что вот крайние 4 непечатанные, 4, 5 непечатанных, а здесь уже остальные все 10 мед запечатаны почти до середины рамки. Думаю, долго ждать нас не заставит, что это запечатка. Сгоню пчел, чтобы меньше сидело. Пускай вниз идут, расплодный час. Там решетка стоит еще. Прежде чем поднимать корпус надставки, надо посрывать все рамки. То, что начинающие поднимают, бывает так, и тянется снизу рамка. Но здесь рамки снизу нету, здесь только решетка. Все равно, если решетка потянется за рамками, может поломаться. Вот, все 15 рамок я сорвал. Сейчас мне помогут снять надставочку. Поставим все, что планировали, и уже будем закрывать. Сгоню немного, чтобы меньше пчелы сидело. Ходи! Сейчас саму надставку сорву. Уже рамки сорваны, так и надставка двигается. Так, принес я столик свой, уже старый, на дожде стоял, так уже трухлявый, надо новый делать. Наверное, надо небольшой кран подъемный сделать с уголка или с трубы профильной, чтобы самому снимать можно было с такими зажимами сюда и поднимать, относить в сторону. Даже не надо будет и на стол вставить, можно на весу и оставлять, чтобы держалось. Наверное, в будущем подумаю, чтобы не отвлекать никого на свою работу.
какой стороны встанет? С этой? Я их уже сгонял, сгонял, все равно люди. Ты поставил стул на волосы? Нормально. Встал, чтобы так вот трохи садил. Встал. Идет, быстрее только. Что? Надо накрутить. Что? Не надо. Иди возьми две рамки вон там. Есть. Убачишь? Возле этого. Машины. Слева. Ага. Только следи, чтобы не плохо. Надо дальше. Поднимайся все силы. Рамки, чтобы не подниматься. А, вниз не хочу вас. А то прилепили он в основном к этому. Орешки, чтобы там матки не было. Дикий добрый ракурс. На три пока. Они для перехода. Трутня погнали, мы уже родиться собрались. Спасибо. Нема строить, что можно, что можно быть. Мы это брать не хотим. Это ж пустые были. Что, раздвинуть просто? На край. Погляди крайне. Что там? Ну. Угу. Вот. Бачу, придавил, сразу кидят сюда. Придавил случайно пчелу, так кидаться на себя. Вот. Побачьте злые, какие стали. Бах, бах. Я так сама фильм. Чекай. Знаешь, что на круг не ложится? Подними, погляди. Ну, вот да погляди. Старый стул есть. Да, не так. О, мисочки потянули заранее. Где-то.
летаю даже. О. Это воробчик. Вот. Посмотри, сколько трутовок, ну что это такое? Это что-то не то. Роится, да. Вот это, надо смотреть там. А вон, посмотри. Сколько это? А там разорвать все трупы. Ну что? Надо сдвинуть его в середину. Да? Нет, а, середину не трогай. Ты, если они уже в таком состоянии, то ничего ты не сделаешь. Ты вытянул вот эту вот рамку, какую здесь-то проверишь. Украй не туда. Может, они вообще трутов. Может, маска есть. Маска есть. Береги полные. И там. Я же хотел вместо них ващину поставить. Так поменяй. Поставь сюда на край, на край ващину, а туда сюда. Так. Он уже приедет. Так, сколько рамок? 18 рамок. Так я. Не, надо же их трошку согнать, попадаешь. Мне жалко. Прыгни. Прыгни сейчас. Давай быстрее, это я посгоняла, уже нету. Сейчас будет лезть. Давай быстро, встал. Не успел. Ну, давай. Сюда и матка на перебор. Хотя куда на поле, да? Вот это надо было еще поэту. Снимай. Раздвигай, побег за надставку. Mm.
Тут же всего 13, сынок. Мало их. Надо еще добавлять. А может было надо забрать рамки 30 дней назад, а сводок сделать? Ну, уже ничего не будет. Что? Ну, уже не будешь поднимать. Да кто ж там уже не родился? А что ты сдвинул? Не знаю, 13 штук. Так ты ж поставил. Так я не знаю, как надо было. Что ты двигаешь? Не знаю, надо было, наверное, забрать до туда, как их сделать. Можешь сверху. Ерунда. Вот ты ж бачишь, что там. Той год тоже был. Трупом, что ли? Ну, пароид хочет. Там тоже такие. Давай пока не вылезь. Ты мне моя. А что ты уже пенсишься? Ну, встал. Что ты им собрался ставить? Ты вино вставки? Это много. Это старается. Ты думаешь, им холодно будет? Мы работаем на там. Где ваши силы это? А здесь везде у вас просто цена на это. Смотри, надо большая. Да не малень. Это надо, чтобы катет. Это все. Полынь. Сейчас он работает. Поставил я. Поставил я еще вторую надставку решил. Это уже третья будет. 15 полурамок. Сота. А снизу с вощиной наполовину больше. То, что уже месячки потянули. Думаю, роиться не будут. В том году тоже месячки тянули. Так, не роились, да? Я на ту сторону. Я ж понимаю. И сразу поставьте. Шум. А мы одной возьмем. Не моя. О, куда? Вон пчела задай. Ставь, что ты ко мне двинешь. То, что много а, было выступало. Я знаю. Все. Эту надставку мы через неделю заберем. Если не раньше. Если не раньше, да. Будем мед, думаю, уже печатаны. Получается, добавили мы две рамки. Две рамки вощины большие в гнездо. Сюда добавили надставку 13 полурамок. Трох отстроенные, трох с вощиной, там, ну, работы будем. И сюда 15 полурамок сота. А это у нас ставили, что 10 апреля уже мед печатанный здесь наполовину. А мы уже и печатанный.
Сейчас я достану одну рамку, побачу. Вчера доставал, то не сильно ще запечатаний був. Думаю, уроєння не пойде. В тому году тоже місячки лепили. Ну так і не роїлись. Успів розширити я. А в цьому году немного затянулось, конечно. Що воно там возлепилось уже? О. Вже успіло з нижньої рамки сліпитися. А ні, не з нижньої, з боку. От так от меда у нас уже. О. Прилично так налепили, думаю, скоро забирать будем. Уже злуются. Будем закрывать. Даже бахвасты то злятся. Все, я закрываю. Нет. Получилось у нас 18 рамок гнездовых. Всего лишь 2 вощины добавил. Можно, конечно, было на отводок снять рамки 3, да сделать отводок. И 15 рамок суши, полурамок суши, 13 рамок с вощиной, большинство отстроенной. И вот это 15 рамок с медом уже печатают. Следующий уже выпуск буду снимать, как откатывать. Думаю, долго не заставим ждать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи. До свидания.